И всем большой привет, ребятки. И в Murder Mystery 2 стало уже настолько скучно, что я прыгаю через вот эти вот заборчики. Поэтому сегодня мы с вами будем не просто играть в Murder Mystery за убийцу невинного шерифа, все как обычно и так далее. А мы с вами пойдем в обе Murder Mystery. Да, Murder Mystery добавил, короче, обе, Никелис его сделал. И для этого нам нужно сначала поставить на камне 5 секунд. Раз. 3, 4, 5, все. Теперь надо подойти к двери и прыгнуть 5 раз, да? Я знаю, это звучит как-то тупо, но это реально. 1, 2, 3, 4, 5. И что, я действительно попал в обе по МММ 2? Офигеть, вот такого я точно не ожидал. Ну, давайте мы с вами выберем или базу. Блин, прикольно. Так, тут закрыт, ребятки. Нам надо бежать в вентиляцию, искать проходик. У меня чуть-чуть подлагало, конечно, но ничего страшного. Так, тут у нас... Мне кажется, нам лучше надо идти сюда. Да, я угадал. Блин, ну... Ладно, пойду сюда. Будь что будет. Опа, мне повезло, я угадал все-таки, ребятки. Так, я в тупике, ребятки, я не туда все-таки пришел. Блин, это что, время еще какое-то? Оно, походу, еще на время, вы прикиньте, ребятки. Да ладно, я тогда пошел, ребят, вот сюда вот, и оп, запрыгиваем. Если нашел, наконец-то, выход, тут какой-то чекпоинт есть. Ой, мой гад, ё-моё. Ай, блин, да как я сдох. Я про в обе, конечно, да-да, прям. Сейчас я еще раз попробую. А, вы гении. Блин. Так я же прошел. Ладно, окей, значит, тут дороги нету. Я все-таки пошел перепрыгивать через вот эти вот лазеры. Тут надо быть мега аккуратным, конечно. Чекпоинт. Так, тут какая-то карта. О, боже, тут мины, ребят. А я ничего не вижу. А, ну все, я прошел. А что это такое? Да блин, и тут опять тупик. Ну что это? Я ж перепрыгнул. Блин, я что-то не пойму. Подождите. Смотрите, я нашел что-то. А что это? А это можно взять? Оно не берется, ребят. А нет, я взял, смотрите. И чё, мне теперь бомбу разминировать или что? Так, ну допустим, смотрите, у меня типа есть молоток. И что, мне теперь стены копать? Или что мне с ним делать? Подождите, ребят. Я тупой. Я не понимаю. Тю, блин. Как-то непонятненько. У меня есть типа молоток. Но, you are here, go here first, ahead. Ага, я понял все-таки, да. Так, короче, мы берем вот это вот чудотворение, и теперь, ну и теперь, сколько скип стоит? 15 робуксов. Ну, допустим, я взял кирку, и что она мне дает? Стузелека, не садись. Ладно, окей, не буду. Я застрял, ё-моё. Так, ну, стоп, я взял кирку, и что же мне теперь делать? Подождите, я подумаю и вернусь. Я наконец-то нашел какую-то штуку, которая похожа... Ес! Ай, блин, это что за... Пипец. Ну, хотя бы я нашел проходик, наконец-то, ё-моё. Сейчас я возражусь. Да как это пройти? Я просто играл в это 600 секунд, вы это видите, нет? Да ё-моё. Я думаю, еще вот тут должно... Да ё-моё, как так? Хотя, наверное, нет, смотрите как. Оно, наверное, будет...
Блин, что это такое? Может быть, хотя бы... я нашел еще одну вот эту штучку, но дальше там никак, типа... я это прошел! Так, хорошо, можно мне идти, в принципе, дальше, наверное, да? Нет, нельзя, тут барьеры. Ну ладно. Так, надо нам теперь, ребятки, с вами... Ой, ё-моё, тут воду разлили. Так, тут есть что-то? Так, тут пусто. Опа, я что-то нашел. А что, я подобрал что-то и все, типа. Лол, как чебурек. А да ну блин! Как это пройти? 700 секунд я уже в это играл. Как... О, карточка какая-то, губка. Что это? Это взял, но она у меня не появилась. Никелис, это как понимать? Так. Тут у нас... Найдите все три ключи в шкафчике. Все три ключа мне надо найти каких-то. Ладно, пошел искать. Пусто. О, нашел. А, так все, у меня, по идее, уже все есть, да? А, ну да. Все, у меня уже все есть тогда. Все открылось, найс. Ну, пшикай. Блин, да как так? Как это пройти? Я вот уже 800 секунд играю. Но я все приближаюсь и приближаюсь к выходу, кстати, да. Сейчас оно попшикает. Перестало, бежим. Ой! В последнюю секунду прям, короче, пробежал как-то. Все, последняя обшикает. А, нет, не последняя обшикает. Все, я это прошел, аллилуйя. Наконец-то! Чекпоинт, стоп, а то мало ли что тут еще будет. Ой, ё-моё! Еще и танк стреляет, капец вообще какой-то. Блин, да, а как мне сюда типа залезть? Можно мне как-то залезть сюда? Или нельзя? Ладно, нельзя, так нельзя. Вот выход, 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 выход. А как выйти? Оно не открывается, ребят. Ладно, надо тогда походу что-то найти еще. Ну блин, а что мне надо найти? О! Нашел. Ай, да ё-моё. Я не понимаю, что мне тут надо тыкать. Я слишком тупик для этого. Попытка не пытка, короче. Ё-моё, все бомбит, все бомбит. А я просто так пройти не смогу. А, ну да, не смогу. Yes! Я сбежал. Так. Я отсюда вышел, наконец-то. А, мне не... А почему мне нельзя это задевать? Это мешки с картошкой какие-то. Ладно, окей, не буду задевать. Нет проблем, кай не пробую. Пробуем. Да в смысле, я ж не задел. Что мне, мешки с картошкой, по-твоему, перепрыгивать, от которых я тоже задыхаю? Во, это нереально, вот, видите, я перепрыгнул, и я тоже умер. А как мне тогда проволоку пройти-то, а? Ладно, пробую еще раз. Аккуратно. Так. О, прошел, найс. Да ну нет! Это нереально, ребят. Это вообще мега жестко. Как пройду, вернусь.
Я наконец-то это прошел. Сколько у меня попыток ушло? Смотрите, снизу показывают, сколько я играю. Уже почти 1300 секунд я играю. Капец. Фух. Так, заходим сюда. Нет, еще один паркур. Ну ладно, даем ее. Я игру взломал. Так, все, я его прошел. Окей, кайна пробуем. Так, мне, наверное, нельзя касаться, типа, вот этих вот штучек, но я их лучше, да, буду обходить, эту. Мало ли еще что, конечно. Блин, а почему мне просто нельзя, типа, спрыгнуть и убежать, а? Ну, типа, как-то непонятно, знаете? А в смысле? А что мне... Ребят, смотрите, я... Типа, ну, беру, вот, прохожу, вот, вы видите, да? Сейчас. Ну, вот, дохожу до конца. И, типа, мне... Тю. И шо это? И как это, типа, ну... А, ну, блин, а мне реально спрыгивать же нельзя. Так, я могу встать на эту штуку, но она мне ничего не дает. Странно. А если мне на... Да... Боже. Я понял, как, смотрите. Там, короче, в начале какой-то соус, типа, стоял, и мне теперь с ним надо быстро бежать, пока его эффект не закончился, прикиньте. Вот это вот прикол придумали, конечно, а я как слепой не вижу. Давай, беги, это спидран по Майнкрафту. О, чекпоинт, найс. Так, прыгаем дальше, ребятки. У меня скоро эффект соуса закончится. На... Нет! Нет, как это невозможно? Как я упал? Давай, погнал. А в смысле, у меня не рулится почему-то? Чё за фигня? Странно как-то. Давай еще раз, погнал. Давай. Давай. Ну, наконец-то я там прошел, короче, этот этап. Ой, а тут еще какие-то препятствия начинаются, походу, да? Чу, блин, еле долетел. Капец, что-то эффект хот соуса заканчивается потихоньку, походу, да? А в смысле, у меня залагало сильно. Оп. Давай, долети только. Yes. Так, чекпоинт еще один. Найс. Опа. А я скоро добегу там, нет? Судя по всему, нет. Ладно, ну... Не прям что не скоро, но там пару корабелек еще осталось. Сейчас еще один чекпоинт, наверное, будет, да? Так, тихо, тут надо еще поперепрыгивать вот эту билиберду. О, чекпоинт, да. Все, остался финал, ребятки. Нам нельзя завалить с вами его, пожалуйста. Так, перелетаем. Давай! Есть! Да ну! Я это прошел! Я это прошел! Ребят, это... Давайте мы с вами переместимся назад в обычный ММ2. Нам надо попрыгать 10 раз. Ой, 10, 5. Раз, два, три, четыре, Аллилуйя, я наконец-то на випке у себя в обычном Мартер Мистере. Пожалуй, больше я не буду туда идти и прыгать, конечно, потому что, ну, ребят, у меня нервишки так нормально подпортились. В общем, всем спасибо за просмотр, ребятки, и всем пока-пока.